какие премьеры выйдут на этой неделе, какие фильмы стоит посмотреть, прямо сейчас расскажем и покажем. В студии я, Анна Троян, в эфире «Телегид». Как никогда актуальный путеводитель в телевизионный мир ЛРТ. Совсем скоро начнется свадебный сезон, и прежде чем белые платья заполонят улицы города и вам вновь захочется закричать «Горько!», предлагаю ежедневно смотреть на «Войну невест». Главная задача героинь телепроекта – подобрать самое красивое и модное платье. После упорных скитаний по свадебным салонам, магазинам и базарам участницы предстанут перед строгим профессиональным жюри и даже перед друг другом. Кто строже отнесется к выбору конкуренток, узнаем по будням в 11:45 и 18:00. Хоть и нестандартный, но платье-торт. О, это что-то интересное. Это... брюки с корсетом. Корсет прозрачный. Жениху понравится. В Россию за любовью. О таком путешествии мечтает почти каждый иностранец. Незабываемую комедию об этом смотрим в четверг. Для постановки скандальной пьесы на родину возвращается прославленный режиссер. Но, как оказывается, цель его не дом родной вовсе и даже не работа, а актриса Мария, в которую он давно влюблен. Однако есть маленькая загвоздка. Девушка уже замужем. Мария, я вас никуда не отпущу, моряк! А вы что? А деньги? Держи. Эх ты! Тоже мне Дон Жуан. Мария, не уходите, Мария! А пятничный вечер проведем в компании бандитов. Блейк и Коллинз – необыкновенно удачливые грабители. Без единого выстрела, на одном лишь обаянии и очаровательном нахальстве, они взяли больше банков, чем кто-либо в истории. Но однажды в компанию героев попадает бедовая домохозяйка Кейт, в которую оба немедленно влюбляются. К чему это приведет, смотрим 10 апреля в 10 вечера. Ладно, пошли. Пошли. Стоп, я забыл очки. Да ладно. Идем. Ну же. Ключи у Терри. Терри. Давай, давай, садись в полицейскую тачку. Где они, Милдред? Куда побежали? Туда или, может, туда. Но точно на улицу. Возможно, неделя была трудная, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. В выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Смазываем сметаной и посыпаем тертым сыром. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. 40 минут терпим невероятный аромат. И запеканка готова! Пока путешествие под тотальным запретом, ЛРТ подарит вам мир гастрономических удовольствий со всего света. «Планета вкусов» Антона Зайцева – уникальная смесь документального фильма с элементами телекухни. Ведущие странствуют по свету в поисках рецептов особых блюд, которых не найти в обыкновенной кулинарной книге. Берите блокноты и записывайте рецепты в выходные в 16:15. Такое чувство, будто бы я съел лук. Очень много. Знаете, тут уместно использовать слово «разнотравье». Машел устроен так. Он готов в первую половину дня собирать травы, а вторую – возиться с ними на кухне. Дела космические нам предстоит увидеть воскресным вечером.
Сергей Королёв запустил в космос и первый искусственный спутник Земли, и Лайку, и Гагарина, и вывел в открытый космос Алексея Леонова. Но кто бы мог подумать, что все это далось непосильным трудом. Никто и не догадывался, насколько ему было трудно преодолеть косность партийного руководства и недоверие коллег. Как Королёв преодолел все трудности, смотрим в День космонавтики в 22:00. Мы все желаем тебе счастливого полета! Поехали! На этом у меня все, друзья. Ну а я напоминаю, что наши новости, программы и рубрики вы можете смотреть еще и на сайте www.lrt.tv. Подписывайтесь на нас в соцсетях, смотрите наш телеканал. И весна обязательно будет теплой. Я, Анна Троян, говорю пока-пока.